С наступлением лета на дорогах областного центра появляются сотни двухколесных ездоков. Речь, конечно, о мотоциклистах, на новых скоростных байках или чудесах технической мысли Советского Союза. Опытные и начинающие, нарушители и законопослушные. Сотрудники ГИБДД, патрулируя улицы города, регулярно проверяют двухколесных. Только сделать это обычно непросто. Нам приходится действовать крайне аккуратно. Для чего? Для того, чтобы мотоциклист нечаянно, неаккуратно не пострадал, не упал, не испугался инспектора, а потихоньку, аккуратно перегораждать ему дорогу и уже представляться, выходить из машины. Здравствуйте, старший лейтенант Медведев. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, все нормально с документами? Все в порядке. Все в порядке. Откуда двигаетесь? Права на месте. Ага. Сдача? Договор купли-продажи. Договор купли-продажи 2014 года. Очень хорошо, что вы управляете транспортным средством с данной категории. Этот мотоциклист чист перед законом, но бывает и иначе. С начала мотосезона выявлено 30 нарушений со стороны мотолюбителей. Самым распространенным является управление транспортным средством без водительского удостоверения. За это мотоциклистам грозит то же, что и автолюбителям. Крупный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. На втором месте распространенное, то есть управление транспортным средством без мотошлема. То есть они любят поездить без мотошлема, потом без госномера, когда вообще нету госномера, либо госномер какой-то затерт либо грязью, либо краской. Мотоцикл является одним из самых опасных видов транспорта. Статистика ГИБДД частично подтверждает этот факт. Потому инспекторы призывают байкеров не рисковать собственными жизнями, а водителей автомобилей с уважением относиться к двухколесным собратьям. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.